Всем привет! Tengri News совместно с народным автомобильным брендом Chevrolet запускает новый спецпроект под названием «Казахстан в ритме Chevrolet Onix». В этом проекте мы расскажем вам о новом игроке автомобильного рынка Казахстана и наглядно продемонстрируем его ключевые преимущества и побеседуем с его владельцами в разных городах Казахстана. Chevrolet Onix – это самая ожидаемая модель нашего рынка в сегменте седанов B-класса. Автомобиль отличается современным дизайном и расширенным набором опций. Разгоняется до 100 км в час за 10,6 секунды. Заявленный производителем расход составляет от 5,9 литров на 100 километров в смешанном режиме и от 4,7 литров за городом. Chevrolet Onix – это автомобиль made in Kazakhstan. Первые модели сошли в начале мая 2023 года на заводе «Алюр» в городе Костанай. А 21 мая 2023 года в Алматы состоялась грандиозная презентация Chevrolet Onix. Это было уникальное мероприятие в центре города не только для автоэкспертов, но и для простых жителей и гостей Алматы. Интерактивные шоу-программы, конкурсы, призы, а также выступления популярных казахстанских исполнителей. Все желающие могли ознакомиться с богатым модельным рядом Chevrolet и узнать больше о новинке Chevrolet Onix. Первые месяцы Chevrolet Onix показал рекордные продажи. И все это благодаря тому, что автомобиль имеет выгодную цену и отличный набор опций. Автомобиль доступен от 7 миллионов 190 тысяч тенге. И за эту цену вы получаете полуавтоматическая система парковки с помощью ассистента рулевого колеса, электрический люк. Мало автомобилей в данном сегменте имеет подобную опцию. Объемный багажник на 467 литров. Теплые опции. Подогрев передних и задних сидений. Обогрев заднего стекла, зоны дворников и бачка стеклоомывателя. Бесключевой доступ и запуск двигателя. Камера заднего вида и парктроники. Мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Функции безопасности. Электронный ограничитель скорости. Мониторинг слепых зон и много других функций. Добавлений в топовых комплектациях. В следующих видео мы спросим реальных владельцев Chevrolet Onix в разных городах Казахстана и узнаем, почему они выбрали эту модель и какая функция им понравилась больше всего. Не пропустите!